Всем привет, друзья! Сегодня будем готовить казу, делаем шурпу в 100-литровом казане. Добавим чуть-чуть масла. Лук уже почти прожарился. Сейчас засыплем морковку. Добавляем соли. Засыпем приправки чуть-чуть, итальянские травы. Черный перец. Паприки. Приправа для мяса. Как пахнет. И хмели сунели добавим. Фу, вот этого не меньше. Сейчас вся приправа впитается в мясо. И потом можно будет заливать воду. Засыпаем картошечку, можно сразу с водичкой. Вот уже заканчиваем приготовление. Проварим минут 15 и можно подавать на стол. Добавим чуть-чуть укропчика. Thank you.
Я думаю, 30 литров шурпы для нашей маленькой семьи хватит. Обязательно ставь лайк, подписывайся на канал. И это очень вкусно. Добавим еще чесночка зелененького.